Это я знаю. Я говорю об эффективности как раз использования наших земель. Если мы хотим развиваться, присаживайтесь. Если мы хотим развиваться, и область хочет развиваться, и мы хотим решать свои вопросы экономические, давайте же думать головой. Когда мы просто, образно говоря, землю отдаем, абсолютно даже не задумываясь, и люди этого до конца не понимают. Ну, сказали им, 3000 гривен будут давать за пай. Вот они побежали и работают, да? Их нельзя в этом обвинить, потому что правила игры для всех абсолютно одинаковые. Да, пожалуйста. Вот если коснуться земли, там, в частности, я из своего опыта вижу, что делается.